Темиртау Торпедо. Центральный матч тура. Встречались два лидера регулярного чемпионата. Темиртау, который уже обеспечил себе место в плей-офф на 100%. И Торпедо, которые уже крестили победителем регулярного чемпионата. Уж очень большой отрыв от ближайших соперников. Но, как бы там ни было, несмотря на отсутствие какой-то турнирной мотивации, игра получилась по-настоящему боевой и упорной. Играли, конечно же, соперники прежде всего для болельщиков и ради болельщиков. И игра получилась в целом динамичной. И было много вот такой вот... много было таких вот атак у ворот, вратарей, и у Сильвер и у Сидорова было немало, конечно, работы. Ну а первыми, конечно, счет в этом матче открыли торпедовцы усилиями Кучина. Чуть больше мы этот момент разберем. А в целом, вот с переменным успехом команды совершали вылазки к воротам. Было немало в первом периоде удалений. И, собственно, вот эти удаления как раз таки и сыграли на руку усть-каменогорскому торпедо, который в пятером против троих тимиртауцев, когда остался Кучин, собственно, и забрасывал шайбу. Вот этот момент, там рослый Кучин оказался в нужном месте в нужное время. Ему оставалось только клюшку подставить. И, собственно, с этим он прекрасно справился. Счет торпедовцы в первом периоде открыли. То, что было во втором периоде, можно смело назвать некой такой вот созидательно-соискательной работой. Много трудовых эпизодов, но заброшенных шайб во втором периоде мы не увидели. Собственно, и удаления было не так много во втором отрезке игры. Ну и, собственно, как мы выше говорили, пытались найти ключи к воротам соперники, но где-то здорово выручали вратари, конечно, учитывая итоговую статистику, когда торпеда вдвое превзошла по броскам по воротам Тимиртау, то вот у Виктора Сильверсова было довольно много работы. Ну а все решилось у нас в третьем периоде, такой по-настоящему капитанский период, когда забрасывали исключительно капитаны команд. Сначала это сделал Лызин у Тимиртау, который счет сравнял, но чуть позже нам эту шайбу покажут. Ну а пока посмотрим те моменты, которые, собственно, происходили у нас в игре, особенно во втором периоде, который мы окрестили созидательно-соискательным. Ну и приходилось, конечно, много обороняться и атаковать. Ну, когда в целом встречаются лидеры, то больше, конечно, думают о обороне, об обороне своих ворот. А вот и шайба Лызина у нас подъехала. Ну, здесь Лызин так по-капитански подкрался, как черт из табакерки. И шайбу забросил, и тем самым вселил надежду в своих одноклубников и болельщиков команды Тимиртау. Ну, а чуть позже Лихотников, который, к слову, является воспитанником Тимиртау, а ныне капитан торпеда и один из лидеров по всем показателям, оказался злым гением команды из города Металлургов и забросил шайбу в ворота Виктора Сильверсова, которая оказалась победной для торпеда. Ну и, собственно, третий период у нас также ознаменовался удалениями и силовым хоккеем. Благо, драк у нас не было, хотя болельщики, конечно, любят такое зрелище, но здесь все вот по-джентльменски, по-доброму. Ну и поздравления принимает Максим Сидоров, вратарь торпеда сегодня. Во многом благодаря его успешной игре счет вот оказался таким, как он есть. 1-2. Тимиртау уступает торпеда. Поздравляем усть-каменогорцев с викторией в первом противостоянии этих команд. Завтра повторный матч, ну итоговая статистика. Броски по воротам 45-29 в пользу торпеда. Вдвое практически превзошли соперника. Выигранные вбрасывания здесь примерно показатели равны. Цифры 30-35 в пользу усть-каменогорцев. Голы в большинстве 0-1. Но это шайба Кучина в первом периоде, когда торпеда забрасывал в пятером против троих. Ну и штрафное время 39 минут. Тимиртауцы заработали против 14 у торпеда. И я думаю, завтра будет о чем подумать Роману Козлову и его парням. Посмотрим то, что будет завтра. Всего доброго, берегите себя, любите хоккей, ну и до новых встреч!